Berkshire Hathaway расширяет свой энергетический бизнес. В рамках первой сделки с момента экономического спада, вызванного коронавирусом, конгломерат приобретет активы у Dominion Energy на сумму почти 10 миллиардов долларов. 4 миллиарда поступит на счет энергетической компании, а остальная сумма уйдет на погашение ее долга. Инвесторов давно интересовало, будет ли фонд Уоррена Баффета искать новые инвестиционные проекты в текущих экономических условиях. Особенно после майского заявления, что на балансе Berkshire Hathaway находится 137 миллиардов долларов. Для Dominion сделка является одним из этапов реализации программы перехода на чистую энергию. Компания из Ричмонда является одним из крупнейших производителей и транспортировщиков энергии в США, обеспечивая электроэнергией и природным газом 7 миллионов клиентов в 20 штатах. В ее планах к 2050 году выйти на нулевой показатель выбросов углерода и метана в окружающую среду. Кроме того, она располагает одной из крупнейших в стране инвестиционных программ по производству и хранению электроэнергии с нулевым содержанием углерода. В течение ближайших 15 лет компания планирует инвестировать до 55 миллиардов долларов в технологии сокращения выбросов, накопления энергии, а также замену газораспределительных линий и возобновляемый природный газ. На прошлой неделе Dominion Energy и Duke Energy объявили об отмене проекта природного газопровода Atlantic Coast. Стороны заявили, что несмотря на недавнее одобрение проекта в Верховном суде США, продолжающиеся задержки, судебные разбирательства и ожидаемое увеличение расходов поставили под вопрос экономическую жизнеспособность проекта. Кроме того, обе компании столкнулись с интенсивной критикой и юридическими проблемами со стороны экологических активистов и других общественных групп. В настоящее время Dominion Energy предоставляет услуги более чем 12 миллионам потребителей электроэнергии и природного газа по всему миру. При покупке ее активов Berkshire Hathaway согласилась соблюдать действующие профсоюзные обязательства. Ожидается, что сделка будет закрыта в четвертом квартале этого года после одобрения регулятором. Подробнее об этом читайте на сайте finversia.ru. Ссылка в описании под видео. Если вы хотите, но не решаетесь инвестировать или пытались, но обожглись о просадке и убытки, то специально для вас лекторий М-Кварта на Финверсия ТВ представляет вебинар «Инвестиции с нуля. Ошибки, из-за которых теряют деньги». Вы узнаете, о чем нужно помнить, чтобы не потерять деньги, с каких сумм начинать, как собрать деньги на инвестиции, на какую доходность рассчитывать. Стратегия Баффета. Кому подойдет, а кому нет. Инструменты начинающего инвестора. Спикер – финансовый советник Ольга Коношевская. Ведущий – управляющий партнер М-Кварта Игорь Мальцев. 7 июля, 18:00 по Москве. Ссылка под видео.